Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князева. Глядіть у гэтым выпуску. Вынікі задачы перспектывы на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама абмеркавалі эканамічную сітуацыю ў рэгіёне. Сяброўства праверанае часам. У Гомелі заключана пагадненне аб супрацоўніцтве з італьянскай дабрачыннай арганізацыяй. Снежнае рэгбі ў Зеленаградзе. У міжнародных спаборніцтвах прыняла ўдзел і гомельская каманда. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. На сённяшнім пасяджэнні гомельскага аблвыканкама падведзены вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця ў мінулым годзе і ўдакладнены задачы на 2019. У цэлым сітуацыя ў эканоміцы рэгіёна ацэньваецца як стабільная, што між тым не выключае наяўнасці некаторых праблем. Нашы корэспандэнты пацікавіліся падрабязнасцямі. Сярод асноўных невыкананых паказчыкаў – валавы рэгіянальны прадукт, прадукцыйнай спрэсы і экспарт тавару. Хоць і тут сітуацыю можна ацэньваць па-рознаму. У всяляким выпадку ни один из этих показчиков не оказался нижейшим за минулогодний. Наиболее складанная ситуация, бадай, у сельской господарцы, где снизились как объемы отрыманной продукции, так и экспорт. И хоть вырабленного хапилока полностью задоволить потребы региона, у наступном годе у работу галины будут унесены пэўныя коррективы. Галоўнае – створить трывалую кормовую базу для жывёлагадоўлі. Тады можно будет разлічваць на павелішэнне объёму вытворчасці продуктов харчавання. В текущем году мы ставим задачу нарастить объем производства более 120% растениеводства, животноводства, сделать упор на свиноводство и молочно-скотоводство и выращивание кориез. У сувязі з тым, что у Гомельской области вырабляется больше як 20% промысловой продукции Беларуси, гэтай галіне особливая увага. У апошнія гады проведена модернизация шэрагу буйных предприемствов, побудова і новыя. Па колькасці рэалізаваных інвестпраектаў Гомельшына сярод лідэраў. Бадай, адзіная праблема ў такой сітуацыі – цяпер суб'екты гаспадарання павінны вяртаць буйныя крэдыты, што аказвае адпаведны ўплыў на іх дзейнасць. Патрабуе актывізацыі працэсу укаранення навуковых распрацовак, будучай эканомікі за інавацыйнымі праектамі. У Гомельскай вобласці ў гэтым плане вялікі патэнцыял. Па колькасці навуковых устаноў яна саступае толькі Мінску. Апрача таго, ў рэгіёне ёсць разуменне, у якім накірунку неабходна рухацца. Пацверджанне можна лічыць узнагароджванне старшыні аблвыканкама Владзіміра Дворніка граматай Савета міністраў Рэспублікі Беларусь. Гэта прызнанне заслуг рэгіёна ў падрыхтоўцы і правядзенні першага форуму рэгіёнаў Беларусі і Украіны. Главой государства поставлена задача к 2025 году нарастить ВВП в стране 100 миллиардов долларов США. Это очень напряженная задача. И нельзя там ждать 20-х там, каких-то годов, а надо сегодня уже думать об этих заделах. Поэтому надо, в том числе и на Гомельщине, подумать о новых проектах, о новых заделах, которые дадут результат уже в следующей, безусловно, пятилетке. Это тема для всех, для науки, для органов власти и для субъектов хозяйствования. Но в Гомельской области есть главное преимущество, главный, мне кажется, такой потенциал – это человеческий фактор. Здесь очень хороший директорский корпус, очень мобильная команда в облсполкоме. Я уверен, что они эту задачку успешно решат. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Другая за месяц і ўжо сёмая па ліку беларускія нафтавікі прабурылі чарговую свідравіну ў Эквадоры. Узровень сутачнай здабычы – 74 тоны бязводнай нафты. У гэтай краіне з 2013 года дзейнічае дачыннае прадпрыемства «Беларусьнафты». Беларускія спецыялісты займаюцца аптымізацыяй вытворчасці, развіццём інфраструктуры, геолагаразведкай, суправаджаюць бурэнне і рамонт свідравін. Сёлета іх у Эквадоры плануецца прабурыць яшчэ 5. І за бліжэйшыя год-два павялі лічыць здабычу на радовішча армадзільё ўдвая – да 200 тысяч тонн у год. На думку геолагаў, нафтавыя запасы тут складаюць больш за 10 мільёнаў барэляў, альбо 1,5 мільёна тонн. Зацікаўленасць у сумеснай вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі выказалі на сустрэчы ў гомельскім гарвыканкаме прадстаўнікі дэлегацыі з азербайджанскага горада Гянджы. Знешнегандлёвы тавараабарот абласнога цэнтра – звыш 2,5 мільярдаў долараў. З Азербайджанам – прыкладна 3 мільёны. У асноўным – экспарт. Летась у гэтую краіну сваю прадукцыю прадавалі 15 прадпрыемстваў горада. На першых месцах – хімзавод, гомельдрэў, гомельшкло, спартак, алкапак і гомсельмаш. 4 гады таму паміж Гомелем і Гянджой заключылі пагадненні аб сяброўстве і супрацоўніцтве. І вось надышоў час для рэалізацыі сумесных эканамічных планаў. У першую чаргу яны будуць тычыцца сельскагаспадарчага машынабудавання. І ў працяг тэмы міжнароднага супрацоўніцтва. –
У Гомелі заключено трохбакове погоднення об супрацовництві поміж доброчинним громадським об'єднанням «Допомога дітям Чорнобиля», обласним комітетом БРСМ і італійською асоціацією «Допоможем дітям». Супрацовництво у гуманітарній сфері Білорусі і Італії активізувалося після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Тільки громадське об'єднання «Допомога дітям Чорнобиля» накерувало на оздоровлення у Італію більше як 120 тисяч неповнолітніх. Відносини з цією країною у нашій області оказалися устойливими і рознобаковими. Під час візиту у Гомель керівництва Асоціації «Допомога дітям Парма» її представникам передадені запрошення від старшині облконкама для мера Парми і президента регіону Емілія Романія на уділ у 16-м економічним форумі. Його проведення заплановано на 24 мая гэтага года. Апрача того, заключено трохбакове погоднення об супрацовництві. Основная задача – оказання практичної допомоги білоруським волонтерам у проведенні соціально-культурних информационно-осветницких и спортивных мероприятий. Мы рассчитываем, что в рамках подписанного соглашения все программы и проекты, которые ведем, в настоящее время получат новый импульс и новые хорошие движения. У буйных пунктах пропуску Гомельской мытни выделят особые коридоры для тех, кто будет ехать на другие европейские гульни. Об этом поведомило керавництво ведомства на пресс-конференции. Спортивный форум «Континента» пройдет с 21 по 30 червня у Минску. Державный мытный комитет и Гомельская мытня створить максимально сприяльные умовы для пересечения межи. Особные коридоры для бесперешкодного перемещения людей и товаров з'явятся у Новой Гуте, Новой Рудне, а так само у аэропорте Гомель. Для худкого ориентования коридоры отповедно позначить. Мытные операции на выделенных потоках будут здесьняться у спрощенным парадку. Тактика спеціальне вучення МНС пройшли у Світлогорському районі. Задача тренировки – відпрацювати алгоритми діянняў під час небезпечних метеорологічних з'яв, а так само аварій на комунальних об'єктах і енергетичних сетках. Для вучення підрихтували 5 сценаріїв надзвичайних ситуацій, викликаних метеорологічними умовами. По легенді, жыхары агрогородка «Хутор» засталіся без теплозабезпечення, а у баравіках позбавіліся газу. Відпрацювали так само діянні у випадку відключення трансформаторів, моторной подстанции на молочно-товарной ферме, затору на автодорозе и провалу под лед трех рыбаков. В учениях было задейничено амаль 100 человек и больше як 30 одинок техники – МНС, ДАИ, энергетиков, дорожных и коммунальных службов, а так само организации Червоного Крыжа. Под час подведения выников удельникам дадена высокая оценка. Завтра у Гомелі пройде обласний сход, присвячений Дню білоруської науки. На гэты раз його удзельнікаў запросять у Білоруський державний університет транспорту. З науково-дослідчай дійністю установи і програмою масштабного мероприємства ознайомився Олег Сінцюров. Білоруський державний університет транспорту можна назвати установою з давніми традиціями. Ось тут, одним з сучасних корпусів установи, у 1898 році була відкрита мужчинська гімназія. Тепер тяжко сказати, чому в училищі, які наукові дослідження проводили тогочасні гімназісти, але менавіта гэтую гімназію скончив знакомитий советський авіаконструктор Павел Сухой. У сучасних студентів умови зовсім інші. Лабораторні заняття проводяться з використанням обсталювання апошнього покоління. Такі сучасні системи лічбової сувязі сьогодні є усього на ніяких станціях білоруської чыгунки, а студенти вже освоюють гэтую технологію. Викладчики бачать у гэтым одразу два плюси. По-перше, більш високий узровень підрихтовки випускників. По-друге, такі занятки дозволяють виявити конструктивні недопрацовки нового обсталювання і повідомити об гэтым вытворцам. У своїм роді гэта так само науково-дослідча дійність. Білоруська железна дорога зараз розробила таку політику, що при внедренні нових технологій на дорогі какой-то лабораторный комплекс или какой-то обучающий макет должен попасть на соответствующую кафедру в наш Белорусский государственный университет транспорта. Вот это оборудование является как раз примером. Белорусский державный университет транспорта не только буйная высшая научная установа, але и не меньше значный науково-доследчий центр. Зараз тут денежут 13 науковых школ по разных пикерунках. Международными партнерами университета заявляется около 50 установ с больше 20 краин света. Совместное доследование проводится с университетами России, Китая, США, Германии, Великобритании. Под час присвеченного Дню белорусской науки врачистого сходу достигнением Белдута, как и інших установ, которые занимаются доследчей деятельностью, будут присвечены специальные стенды. Это увогуле будет демонстрация наукового потенциала в Гомельской области. У одном месте представить все лепшие распросовки минулого года. В 3 часа у нас состоится выставка научных трудов наших научных организаций Гомельской области. Будут представлены материалы статей, монографий, учебников.
В 16 часов состоится торжественное собрание, на котором будут подведены итоги научных достижений Гомельщины, награждены лауреаты различных премий, вручены награды и будут определены задачи на последующие периоды. Олег Тинтеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Электрогенератор для проездной частки, пешеходных дорожек, 3D-принтер с модулями. Сегодня выстава, присвеченная Дню белорусской науки, открылась у Гомельском державном техническом университете имя Сухого. У экспозиции работы выкладчиков, аспирантов, магистрантов и одаренных студентов. У вазе наведывальников представлено множество науково-техничных распрацовок, модели робототехники, керамичные выробы с полифункциональной накированностью, трансформатор Тесла. Частка идеи уособлена покуль только у макетах, але с перспективой практичного увасоблення. А кроме того, мета выставы представить вынаходництвы будущих навуковцев больш широкой аудитории. Увидят большее количество людей, наших сотрудников, других факультетов, других кафедр, выскажут свои замечания, предложения. Но самое главное, это дискуссия, которая позволяет нам двигаться в правильном направлении, развиваться. Ознайомиться с экспозицией до конца тыдня могут усе жадающие. Выходки Дона Джованни на сцене Палаца культуры чыгуначнікаў представил Московский театр «Миллениум». Ролю головного Лавеласа выканал знакомитый актер Гоша Куценко. У глядельной зале была и наш корреспондент Ганна Каральчук. Сучасная интерпретация истории Дон Жуана – это пьеса без забороненных тем. По сюжете хитрун Дон Джованни протягивает спокушать жаншин, не остерегающийся расправы. А его слуга Липарелло в выконании Александра Самойленки издивляется, чему все жаншины любят негодников, и спробует зразуметь феномен Лавеласа господара. Я хочу, чтобы это был для нее сюрприз. А, прекрасно. Что прекрасно? Ты осуждаешь меня? Ну просто мне кажется неправильно соблазнять женщин, а потом бросать. Что ты мне предлагаешь? Связаться навечно с первой встречи, отдать за нее весь мир и больше даже ни на кого не смотреть? Ну да. Ну да. Так вот это и было бы как раз эгоистично. Более того, аморально. Трапляючи у турму за свои выходки, Дон Джованни и Липарелло знакомятся с ведомым спокусником, старым Казановой, который рассказывает им про свое житие. Ни при каких обстоятельствах нельзя недооценивать женщину, ни одну из них. Нам повезло, что мы удостоены чести дышать одним воздухом с женщиной. У женщины нет ни одной части тела, которая не была бы прекрасна. Самое возбуждающее в ней – это лабиринт в ее голове. Философия Лавеласа изменяется, когда Дон Джованни закохался в пригожую Донну Ганну, для якой он забывает об минулых пригодах. Головным становится счастье и гармония с коханой. Однако у мужчины есть две проблемы. За ним гоняется ошуканная ранее невеста и привид батьки Донны Ганны, якого Дон Джованни выпадково забил при первой встрече. Негодяй! Пес, клянусь, я встану из могилы и утащу тебя в ад! Как пожелаете, буду ждать с нетерпением. Простите, если что не так. Постмодернистская комедия отрималась саправды хулиганистой. Спектакль полный острых и смешных ситуаций. Критики пишут про эту пьесу деликатно. Фарс у стиле вытоков лицедейства. Сумленный, смелый, открытый. У глядачов он выкликал самые разные реакции. Необычная постановка, интересный такой взгляд. Казанова, любовь. Мы пришли посмотреть на Гошу Куценко, так. Нам было интересно его творчество, и хотелось бы посмотреть не только, какой он в фильмах, но и на сцене, в театре и в спектакле. Эти плоские шутки, понимаете, ну, честно говоря... Ожидали другого, да? Конечно, я хотел, ну, все-таки прийти в театр, увидеть что-то, да, вот, что-нибудь новенькое. Ну, а здесь... В этом театре я впервые, и впервые на таком спектакле, поэтому впечатление, можно сказать, хорошее. Ганна Каральчук, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире.
Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4», в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Нарушения в сфере заготовки леса попали в поле зрения прокуратуры области. В частности, выявлены случаи несвоевременного вывоза древесины, оставления порубочных остатков и загрязнения лесов отходами. Административную ответственность за оставление заготовленного леса на непредусмотренной для этого территории понесет индивидуальный предприниматель из Жлобинского района. Его коллега из Калинковичского района не обеспечил надлежащую уборку леса после вырубки деревьев, за что также привлечен к административной ответственности. Предупреждение получили и руководители лесхозов из 5 районов области. Там в ходе рейдов прокуратуры обнаружили факты загрязнения леса бытовыми и строительными отходами, которые уже длительное время никто не убирал. Печальные итоги дворового футбольного матча подводят в суде. В Рогачеве второй день рассматривают дело об избиении подростка взрослым мужчиной во время игры. По версии следствия, вратаря разозлил очередной гол, забитый 12-летним мальчишкой. Мужчина сорвался и избил парня. После случившегося подросток попал в больницу, а в отношении обидчика завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Обе стороны встретились в суде спустя 5 месяцев после инцидента. Мужчина за это время не извинился и даже больше утверждает, что преступления не совершал. Суд услышал 2 различные версии произошедшего. Очередь за показаниями свидетелей. В регионе до выходных сохранится морозная погода. На дорогах гололед. В отдельных районах ожидается метель. В связи с этим госавтоинспекция рекомендует и водителям, и пешеходам быть предельно внимательными. За прошедшие сутки на дорогах региона произошло 49 аварий. Люди не пострадали. Повреждения получили лишь автомобили. С учетом сложившейся дорожной ситуации, водителям рекомендуется быть особо осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков, при движении во дворовых территориях, а также на парковках. Особенно в условиях гололеда пешеходам и водителям нужно крайне быть внимательны на дороге. Пешеходам желательно, конечно, двигаться по той части дороги, где она посыпана песком, либо там, где снег. Водителям также необходимо учитывать состояние проезжей части и, конечно же, не увеличивать скорость своего движения. При подходе к пешеходным переходам, пешеходам, конечно, нужно быть крайне внимательными, так как нужно учитывать, что состояние проезжей части скользкое, и водитель не всегда может вовремя остановиться. Конечно же, переходить дорогу лучше регулируемым пешеходным переходом. Если пешеходный переход не регулируемый, то, конечно же, лучше дождаться остановки транспортного средства полностью, только после этого переходить. Завтра на территории Гомельской области пройдет единый день безопасности дорожного движения. По статистике, в большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по причине прямого игнорирования ПДД. Сотрудники госавтоинспекции региона призывают оставаться сознательными людьми и находясь за рулем, и переходя проезжую часть. Ведь от действий каждого зависит, будут ли наши дороги безопасными. У меня все новости. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель, новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по гандболу среди женских команд сыграны очередные поединки. Перестрелка между Березиной и Викторией Берестье завершилась со счетом 40-35 в пользу последних. Лидеры чемпионата одержали дежурные победы. БНТУ «Белаз» в гостях был сильнее городничанки 38-30. А Гомель также на выезде скромно переиграл витебчанку 28-21. Самая результативная в составе гомельской дружины Наталья Котина – 8 точных бросков. Турнирную таблицу сейчас возглавляет Гомель. БНТУ, имеющий 1 игру в запасе, отстает на 2 балла. 6-е место – это успех. Гомельский регбийный клуб «Кватро» вернулся с международного фестиваля «Снежное регби-2019». Спортивный форум проводится в российском Зеленограде. Представительства более чем серьезные. На турнире выступают команды российской суперлиги «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и хозяева турнира «Зеленоград». Всего же более 40 дружин. Гомельчане в этом фестивале участвовали 2-й год подряд и заняли 6-е место. В прошлом году 8-е место заняли. Играли в 6-ром. Тоже, можно сказать, на морально-волевых там вытягивали ребята. Ну, учитывая то, что в остальных командах по 12 человек, полная скамейка. Вот. В этом году 7-ром уже заняли 6-е место. Ну, в общем, многие российские тренера там знаменитые хвалили команду, говорили, что потенциал очень большой. Где-то там на российском форуме так и написали, что если Гомелю удастся довести всю скамейку, то держись, Россия, что вроде того. Более активно участвовать в международных стартах гомельским регбистам не позволяют финансовые проблемы. По этой же причине на «Снежное регби-2019» не поехали девушки из команды «Seven Links».
Занимать места ближе к призовой тройке мешает нехватка игроков. Кватро – непрофессиональная команда. Спорт – это просто хобби. Основная проблема, в принципе, как в этом году, так и в том году, это то, что команда не смогла вывести полный состав. Было малое количество запасных игроков. И таким образом, с каждой игрой команда становилась более уставшей, чем соперники. И в итоге, с каждой последующей игрой потенциал был ниже и ниже. В основном команда участвует и занимает призовые места на республиканских соревнованиях. Например, гомельчане победили на первенстве по пляжному регби. Ближайший старт – лютый кубок. Он пройдет 9 февраля в Минске. На соревнования съедутся все белорусские команды. С визитом в ответ обещают приехать и зеленоградцы. Приглашаем всех заниматься регби. Очень динамичный вид спорта. Для всех игроков найдется свое место на поле. Не обязательно быть фактурным. Можно играть любому, любая степень подготовки, любые размеры. Для всех на поле найдется место свое. Надеемся всех видеть на тренировке. Приходите, вам понравится. В Минске прошла матчевая встреча по боксу между спортсменами Беларуси, Франции и Чехии. Поединки приурочили к 90-летию отечественного бокса. Цвета белорусской команды защищали гомельчане. Победы над своими соперниками праздновали Эмил Алиев и Владислав Смягликов. Вадим Панков завершил свой поединок в ничью. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».